Приветствую всех, с вами Лего Star Wars. И сегодня у нас будет обзор на Лего Star Wars Buildable Figures. Обзор на штурмовика Первого Ордена. Да, именно так. Потому что Финн это штурмовик Первого Ордена. То есть во второй серии у нас целых два штурмовика. Только один без брони, а второй с броней. Итак, это будет обзор на штурмовика, которого именовал Пол Дэмерон, и его имя стало таковым – Финн. Так мы его будем называть. Начнем осмотр коробки. Тут у нас написано, как обычно, LEGO Star Wars, Buildable Figures и значок их фирменный. Тут написано Disney. Рекомендованный возраст по сборке от 8 до 14 лет. Артикул набора 75116. Название данного набора Финн. Итак, давайте посмотрим, что у нас на задней стороне коробки. На задней стороне коробки мы видим рост данной фигурки. Это 24,5 сантиметра функции. Эпичная поза и еще одна эпичная поза. Также наборы, которым нам не достает. Итак, вот она инструкция данного набора. Тут, как обычно, элементарная сборка набора. Далее перечень всех деталей. Эпичный постер. Все наборы первого полугодия 2016 года сборных фигур. И надпись Win Staho. А вот и сам наш Финн. Встречайте! Да. Собственно, давайте начнем обзор. И первое, что мне хочется сказать, это моя самая нелюбимая фигурка из всей серии первого полугодия. Ну, я объясню потом, почему. Ну, реально, нет, не думайте, это не за цвета кожи, вы что. Это по другим причинам, по сборке, по всему такому. А пока что начнем обозревать оружие. Начнем мы с бластера. Естественно, бластер стреляет синим цветом, а как же еще, потому что персонаж положительной стороны силы. И также есть световой меч, но к нему вернемся немного попозже. Сейчас рассмотрим бластер. Я очень рад, что нет приклада. Приклад меня сильно достал. Далее, такая же форма, в общем. Да. И есть вот такой прицел. То есть он сильно отличается от других пушек. Это мне также по нраву. И вообще, это орудие самое аккуратное. И этим оно мне понравилось. Естественно, нажатием на технику рук все это дело стреляет. Также хотелось бы выразиться по поводу джедайского меча, прежде чем мы посмотрим его. Намного лучше, намного бы разумнее было бы, если бы леговцы отдали этот меч Рей. Ведь Рей джедайка, он вообще управлять не умеет. Почему? Теперь множество людей на подсознательном уровне складывается ощущение, что Финн джедай. Так нет, он не джедай вообще. Он еле-еле отбил атаки Кайло Рена, почти сдохнув. Вот. И, собственно, управляться с мечом он не умеет. Так почему тогда дали меч не Рей, а ему? А что по поводу самого меча? У него новые ручки. Они блестящего серебристого цвета. Сам этот световой обрезок, скажем так, голубой, такого же цвета, как и был. А теперь мы взглянем на ноги данной фигурки. То, что, по моему мнению, испортило ее. Вот они, ноги. Они совсем элементарные. Имеют таких два огромных черных щитка. Вот здесь удлинитель, вот здесь удлинитель. Сами стопы серые. И сзади здесь не прикрыто, а прикрыто только здесь, как я уже говорил, система. Очень хорошо, что леговцы начали его использовать. Так вот, почему же испортили? Эти ноги ему не подходят. Потому что, во-первых,
Они не сходятся по цветовой гамме фигурки, то есть ноги полностью отличаются цветом. Далее, они слишком тонкие и худые. И тело выглядит жирным с этими ногами. Но это лишь мое мнение. Дальше расскажу о второй вещи, которая испортила набор. Это вот эти штуки. Они как раз и сделали тело жирным. Но очень легко взять и убрать это все дело. Тогда набор становится намного лучше. Не так ли? Ну и третий, последний минус. Это размер головы. Он все портит. Да, то есть, как бы это ни было прискорбно. В общем, как-то такое ощущение, что они поменялись со штурмовиком. Как-то нарушено все. В общем, это плохо. О чудо, мы добрались до рук. И я вам покажу самую необычную руку. Да, эти руки не идентичны благодаря вот этому наплечнику, на котором есть вот этот вот красный принт. На другом нету. Но давайте рассматривать эту руку. Что тут есть? Тут есть рука. Да, рука. Сама кисть в смысле. Два щитка на обычной системе CCBS. Ничего такого. Все обычно. Как у штурмовика первого ордена. Также, что хотелось бы отметить, это вот шарниры. Смотрите, болджойнты, да, на самом деле они называются, они здесь использованы просто так. Это очень-очень печально. Я не понимаю, зачем леговцы испытывают наши нервы. Нам, самодельщикам, эти болджойнты просто на вес золота, а они их используют как разделительный элемент. Не, ну я понимаю, если бы они использовали это по назначению. То есть вот я сейчас дам пример какой-нибудь. Конечно, у меня нет таких деталей, такого цвета. Но я просто предположу то, что... Да, ну можно было бы что-нибудь придумать. Ну вон, да, можно было. Это просто к примеру. То есть, реально, эти болджойнты можно было не просто так вставлять, а они... Просто испытываю терпение самодельщиков. Но это не является минусом. Добрались мы до тела. Что же мы здесь видим? Основную часть брони, которая вся принтована. Далее конструкцию вот такую вот тела. Вот, можете посмотреть. Прикрытое, естественно, этим огромным нагрудником. Сзади все у нас тоже хорошо, кроме этой штуки, я уже говорил. Вот, тут у нас все прикрыто. Новая деталь, очень классная. Вот, и тут тоже все хорошо прикрыто. Есть функция махания мечом, потому что это типа якобы джедай, но это не джедай. Ну и осталось последнее в этом наборе. Это голова. Что ж, давайте посмотрим. Она выполнена очень качественно, круто. Все пропечатано. Губы, нос, брови. Такие волосы, очень их приятно можно потрогать. Уши, то есть все есть. Голова хорошая, вот только не ее размер, как я уже и сказал. Этим обзором я закончу свою, скажем так, линейку обзоров на LEGO Star Wars Buildable Figures первого полугодия 2016 года, потому что Финн это был последний. Если вы не видели обзоры на прошлые фигурки, можете заглянуть ко мне на канал, также подписаться, поставить лайк этому видео. С вами был LEGO Style No. 1. Всем пока и, естественно, до скорых встреч. А как же еще?